Завершаются летние каникулы, также во всех школах ремонтные работы. На днях наша съемочная группа с ответственным работником администрации Гасаном Махаловым и заместителем начальника районного управления образования Айваром Мамедовым побывали в Терешней средней школе. К моменту нашего приезда коллектив во главе с директором Зумрат Хабибуллаевой наводили последние штрихи. Одни красили, другие поливали цветы, третьи расставляли мебель. В классах, кабинетах ремонтные работы завершены в июне месяце, говорит директор. На следующей неделе покрасили коридоры. Показала директор и кухню, которая оснащена современным кухонным оборудованием. Через неделю все работы будут завершены, говорит она. Подготовка к учебному году. Почти все уже сделано, приемка тоже была. Единственное, осталась вот эта стена, ее мы отодрали, чтобы она была ровная. А так все у нас как бы нормально все. Сколько малышей пойдет в первый класс? Вообще 34, сколько учеников? 34 ученика пойдут в первый класс. Итого где-то у нас 260 учащихся. Учимся в три смены. В ожидании новой школы. Да, в ожидании новой школы. Мы уверены, что в 2018 году мы будем учиться в новой школе. Школа действительно работает три смены, но это не влияет на качество обучения. В планах строительство новой школы, где учащиеся смогут не только повысить свой уровень знаний и заниматься на кружках по своим интересам.